это плановые работы. Почему сейчас, чтобы избежать в дальнейшем аварий крупных, где треть города может остаться без воды, это плановые работы с предупреждением от отключения. Почему выходной день? Во-первых, социальная сфера, детские сады не работают, это первое. Второе, школы тоже последний день и уходят на каникулы. В-третьих, то, что жители города могут, ну, те, у кого есть возможность выехать куда-то за город, на даче, там еще, ну, и поэтому минимизировать неудобства гражданам города. С больницами у нас будет обеспечен подвоз. На Пошехонке у нас есть резервуар, там все больничные комплексы, они не будут без воды. Ну, скажем так, мы будем подавать по времени, 3 раза в день, по 2 часа. Это больничный комплекс на Пошехонке, а на лечебной будет обеспечен подвоз воды. Все совещания проведены, в том числе и с МЧС, с представителями, и с департаментом здравоохранения, понимание есть. С главврачом все проговорили, так что никаких проблем не будет. К жилым домам тоже график составлен, его можно посмотреть либо на нашем сайте, либо на сайте портала администрации, также в ЕДДС или в нашу диспетчерскую, если кто-то будет отзваниваться, то им будет объяснять ближайшую точку от их местонахождения, где они могут воды набрать. Я не вижу проблем в выполнении наших работ, что зимой, что летом. Мы не теплоснабжающая организация, понимаете? От того, что есть вода зимой или летом, она никоим образом не влияет на ситуацию в городе. У нас по плану было удобно, очень долго согласовывали проект. Мы его выполнили, сделали, думали, все это получится быстрее, но немножко по согласованию ушли в осень. Но ничего страшного, я здесь и критичного в этом не вижу.